Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый онлайн-хоррор третьего лица на Android. От разработчика таких игр, как Кузбасс, это тоже хоррор с сюжетом от первого лица и симулятор деревни. Кстати, эта вот игрушка Springman, она так называется, это чисто как бы обучение для разработчиков, чтобы понять онлайн-режим, потому что этот онлайн-режим будет в игре симулятор деревни. Ну что, давайте разберемся с этой игрой. Здесь выбор персонажа, он один, никнейм, настройки, чувствительность. Играю со звуковыми эффектами, чтобы испугаться, надеюсь. С интернетом, конечно же, заходим, но игроков пока что нету, потому что игра только что вышла, мало кто о ней знает, и поэтому играть не с кем. Но есть вариант поиграть в одного. Погнали, нажимаем готов, нажимаем да. Вы хотите начать один игру? Да, я готов, я бесстрашный. Так, смотрите, справа красная кнопочка, это получается, типа этот, голосовой чат, чтобы общаться с другими игроками. Что нам нужно сделать? Собрать этот лифт из таких комплектующих, как аккумулятор, предохранитель, шестерня, канистра, мотор, катушка. Как только ты все найдешь, собираешь этот лифт и типа прятаешься. Клетки, где ты будешь, возможно, сидеть, когда тебя поймают. Мини-карта, спасибо на этом, потому что сразу видно, где ты находишься, куда нужно бежать и тому подобное. Я кое-что нашел уже. Так, это что? Это аккумулятор. Бежим, 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 бежим сюда. И устанавливаем аккумулятор сюда. Все верно. Одна деталь установлена. Теперь ищем другую. Кто-то пробежал. Я думаю, что было бы круто, если бы эта игра была от третьего... Ой, от первого лица. Было бы очень круто. Ловушку Springman поставил, ребята. Эту ловушку поставил Springman. Эту ловушку поставил Springman. На нафиг, я специально, ребята, умер. Возрождение. Открыть ключом. Отлично, у меня был как раз ключ. Опа, а как у меня достал? А, у него... У него, ребята, башка прям вообще тянется. Все, я понял. Выйти в меню. Не будем смотреть рекламу, чтобы, знаете, все было нормально. Возвращаемся в главное меню. Подключение. Надеюсь, что хотя бы появится один игрок. Нету, ребята, нету, к сожалению. Нажимаем начать игру один. Если вы любите такие игры, чтобы поиграть с друзьями, онлайн-хорроры, то можете скачать эту игру, зайти с другом, поиграть. Возможно, ты пройдешь эту игрушку прямо сейчас, ведь она новая. И, возможно, есть какие-то секреты, типа баги и тому подобное. Ну и тут все легко, нашел все детальки. Тем более, если ты играешь пятером, это будет очень легко. Каждый найдет по одной детальке, и как бы все будет нормально. Считай, уже весь лифт собран. А я один, ребята, конечно, мне очень сложно. Эти ключики помогают нам восстанавливаться. Также за рекламу можно, это все понятно. Напомню, что наш хор-персонаж имеет такую возможность, как расставлять ловушки. И что еще? Ну и как бы у него голова тянется. На этой картине мы с вами завершим обзор, потому что я один, немножечко не то что скучно, а то что, думаю, с игроками было бы гораздо интереснее играть, чем в одного. Вот по мини-карте вообще можно легко ориентироваться, где находится место, куда нужно доставить эти детали. Если бы не мини-карта, я бы не знаю, что было бы. Ну что? Давай, давай, ставь. Свет потух? Ну нафиг, он меня башкой просто тупо задел. На этом все, всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.